Практически все школы к новому учебному году ремонтируют, приводят в порядок. А некоторые столичные образовательные учреждения и вовсе обзавелись новыми классами. Так произошло с 56-й Чебоксарской школой. Желающих учиться здесь оказалось больше, чем она может принять. Но выход нашли. Кабинеты, в которых мальчики раньше строгали и выжигали по дереву, отдали первоклашкам. А для занятий по технологии отремонтировали здание гаража. Благодаря городской программе перепрофилирования учебных кабинетов в этом году мы смогли здесь разместить учебные мастерские для наших юношей. Все юноши с 5 по 9 класс будут здесь обучаться на уроках технологии. Это вот сейчас столярная мастерская, рядышком слесарная мастерская. То, что мастерские оборудовали вне здания школы, даже лучше, говорит директор образовательного учреждения. Во-первых, это позволило открыть два новых кабинета для первоклассников, и, во-вторых, меньше шума и пыли. Программа перепрофилирования помещений под учебные кабинеты выгодна и с экономической точки зрения. Открытие одного такого класса получается практически в 12 раз дешевле аналогичного в новой школе. Школа перегружена на 123%. В связи с этим администрация города Чебоксары было принято решение создать программу перепрофилирования помещений по первым классам. Значит, в прошлом году у нас было отремонтировано помещение в трех школах, в этом году в двух школах, и на следующий год, пока предварительно, планируется тоже задействовать две школы в данной программе. В прошлом году в Чебоксарах в рамках перепрофилирования было открыто 8 классов на 240 мест. В этом 5 кабинетов для 150 первоклассников. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.